Беру кабачок. Кабачок молоденький, мягенькая совсем у него шкурочка, но я все равно ее почищу. Я не люблю со шкуркой. Она, конечно, будет мягкая, но без шкурки мне для одной и этого хватит. Поэтому я не буду экономить на шкурке. Чистим. Обычно. Все, наверное, так делают. Ничего сложного. Натираем на терочке. На крупной. Все будет хорошо у нас. Вот так. Кабачок натерла. Добавляю крахмал, перчик. Остренький, молотый, два яичка, масло постное на сковороду и лучок буду жарить вместе с кабачком в массе. И чесночок, чеснодавки. Все, сейчас отжимаем сок, перекладываем в чашу и смешиваем со всеми ингредиентами. Я на стол сделала. И отжимаю в эту чашку сок, видно, чтобы не лить опять сюда, потом отсюда опять воду выжимать. И другую емкость, где я буду смешивать. Так делаем. Отжимаем в одну чашу, в другую переносим. Отжимаем. И складываем на другую. В этой чаше у меня отжатые кабачки. Сюда я добавляю резанный лук. Домашний лук. Вот такой лук с моего огородика. С моей дачки. Не очень с моей, но подруга. С подругой вместе. Давим сюда чесночок. Так. Вбиваем яйца. Вот два желтка. Ничего страшного. Перчик. Так, насыпем потом. Время не будем терять. И крахмал. Крахмал все делаю вот так. Вот так, ни ложек, ни весов. За столько лет я уже буду, когда разбивать, я буду чувствовать. Посолила, поперчила. Теперь вот так вот перемешиваем. Крахмал картофельный. Кукурузный, извиняюсь, кукурузный. Только подумала о картофельном, что разницы нет. У меня кукурузный, я с кукурузным. Все. Вот и все. Можно жарить. Решила добавить ложку сметаны. 30%. По ходу действий вспомнила, у меня есть замороженная тертая морковь. И я ее сюда добавляю. Я все делаю так, по ходу, никакого плана, никакого рецепта. Вот вспомнила про морковь и добавила морковь. Ролевые игры на кухне. Повар Ольга делает оладьи из кабачка. Ура! Наливаю масло, очень мало. Я не люблю жирные. Включаем печь. И сейчас будем нагреться и печь. Берем ложку и наливаем на сковородку лепешечки. Переворачиваем на другую сторону. Можно было дать еще поджариться. Я поспешила, но ничего. Потом пропарим. Вот такие в перевернутом виде. Я их потом в чашечку сложу. Потом на одну руку оставлю
сковородку и опять их выложу, накрою крышечкой и пусть томятся, потому что они сыроваты внутри. Вторая партия жарится и осталось еще на раз. Все, с обратной стороны поджариваем. Можно накрыть крышечкой и ждать. Закончила обжаривать оладушки кабачковые. Если мне удалась роль на кухне поварихи, прошу высказаться. Такая роль у меня сегодня. Что-то захотелось, как будто бы я повариха. Тем более такой колпачок у меня красивый. Буду в нем готовить хорошо, волоса не мешают. Очень отлично. Всем приятного вечера или дня, или утра. Игра закончилась. Ролевые игры на кухне с приготовлением класс. Мастер.